Новый терминал таможенного оформления заработал в Оше. Терминал многопрофильный. Он включает в себя и склад, и стояночные места грузовых автомобилей, и боксы таможенного оформления, холодильные камеры и многое другое. Все расположено в микрорайоне Манасата, южной столицы. Новый терминал позволяет проводить практически все операции по растамаживанию и оформлению груза в одном месте. Все оформление прозрачно, все поступления в государственную казну. Исключены коррупционные составляющие. С открытием нового терминала для предпринимателей, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, созданы современные условия для работы. Через единое окно они могут заполнять документы в одном здании и производить таможенные платежи. Особенность нового таможенного терминала в том, что он удобен для перевозки грузов со всех сторон. В прошлом импортные товары направлялись в Карасуйский район и возвращались в ВОЖ для прохождения таможенного контроля. Новый терминал с складскими камерами станет современным многоотраслевым центром. Мы запустили терминал, чему очень рады. Это первый этап работы. На втором должны открыть новые боксы и камеры хранения. На третьем – заасфальтировать подъезды для грузового транспорта. И уже сейчас создали 40 новых рабочих мест. Объект рассчитан на 300 грузовых автомобилей. В основном через этот пункт будут проходить товары из Китая, Турции, Узбекистана и Таджикистана. Все проверяем от и до. Например, здесь по накладной заявлено, что грузовик везет вату из Узбекистана. Все совпадает. Уже проверили, везут вату однородную. После проверки товары идут на внутренний рынок. Открытие современных таможенных постов и оказание качественных услуг осуществляется в соответствии с поручениями президента по борьбе с коррупцией. Это принесет пользу предпринимателям и в то же время будет способствовать росту государственного бюджета. Кундуз Кадатаева, Зинат Ибраимова, Уран Адишев, ЛТР, Ош.